Города и районы республики направили почти 12 миллиардов рублей на реализацию нацпроектов. Это 28% от общего объема финансирования. Существенные суммы пошли на создание новых, ремонт и реконструкцию действующих объектов, а также на благоустройство общественных пространств. Из 25 муниципальных объектов 10 должны быть завершены уже в этом году. Кроме того, необходимо благоустроить еще 126 общественных территорий, а также обеспечить реализацию проектов победителей 4 и 5 Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Есть муниципалитеты, которые на 1 сентября уже обеспечили 100% освоение средств, выделенных на нас проекты, а есть территории, где исполнение составляло менее 20%. Уважаемый глава администрации, остается менее 3 месяцев до закрытия финансового года. Необходимо ускоряться. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в городе Уфе фиксировались отклонения по 4 дорогам в 3, 5 и 6 кварталах микрорайона «Восточное озеро Кустаревское» в Демском районе Уфы. Отмечу, что более 90% бюджетных средств в этом году направили в муниципалитеты на реализацию нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные дороги». На сегодняшний день задерживается сдача 7-й музыкальной школы в Уфе, центра и набережной в Учелах, где ведется благоустройство, а также территории, прилегающие к улице Ленина и площади Мира в Кумертау, а также ряда других. Премьер-министр Андрей Назаров потребовал ускорить работы до наступления холодов и полностью освоить суммы, заложенные в муниципальных бюджетах на реализацию мероприятий нацпроектов.